Многие думают, что уже поздно. Есть такое ошибочное мнение, что уже поздно начинать бизнес с Atomy, что компания уже более 4 лет на рынке России, что время упущено и уже не стоит начинать. Я хочу развеять этот миф сегодня и рассказать вам, показать на цифрах, что как минимум лет 10-15, минимум лет 10-15 компания Atomy будет набирать обороты. Эта компания сейчас находится просто на взлете, на самой взлетной полосе, и скоро будет взлетать. Многие думают, что уже поздно, многие сомневаются в себе, в своих силах, многие не верят, что у них получится стать успешным, богатым с помощью этой компании. Так вот, на сегодняшний день в России зарегистрировано чуть более 500 тысяч человек. 500 тысяч человек — это участники, которые зарегистрированы на официальном сайте, и клиенты, и партнеры. Представляете, что такое 500 тысяч человек в масштабах нашей страны? Ну, много это или мало? Если учитывать, что трудоспособное население старше 18 лет у нас в России где-то около 83 миллионов человек, это я еще не учитываю пенсионный возраст, а люди пенсионного возраста даже у меня в команде очень активные и очень круто зарабатывают здесь. Так вот, из этих 83 миллионов 500 человек зарегистрировано. Это около 0,5% населения России. Я считаю, что это просто капля в море, и продукция компании Atomy, она очень популярна, она набирает сейчас тоже обороты, она становится узнаваемой. Многие люди, которые вот из этих 500 тысяч человек, многие люди пробовали продукцию, но не знают, что здесь можно еще и зарабатывать в этой компании. И это я говорю только про Россию, а ведь компания Atomy работает в 80 странах мира, включая Европу. И строить бизнес можно во всех странах, где есть компания Atomy. То есть Atomy стирает границы и дает возможности построить международный бизнес с нуля, без вложений и рисков. Просто рассказывая про классный, качественный продукт, рассказывая про свои отзывы, про свои результаты на продукте и про эти возможности, про возможности вот этого шикарного, шикарной бизнес-модели. Нужно, что нужно делать? Нужно знакомить людей с продукцией, нужно знакомить людей с бизнес-идеей, строить свою сеть потребителей и партнеров, просто создавать людям кабинеты на сайте. А здесь не нужно продавать. Также еще одно ошибочное мнение, что в Atomy нужно продавать. Продавать здесь не нужно. Здесь нужно продать идею бизнеса, но не продукт. Здесь нужно рассказать, что это такая классная компания, которая дает огромные перспективы, заработать на пассивный доход в будущем. А продавать продукт здесь не нужно. Нужно просто создавать людям кабинеты, через которые люди сами, автономно, независимо от вас, просто покупают себе продукт, либо точно так же сотрудничают и строят свою сеть потребителей и партнеров. Так вот, только в ваших интересах брать эту возможность поменять свою жизнь на 180 градусов, заработать на пассивный доход или профукать ее из-за своих страхов, из-за своих сомнений, из-за недооценки себя, из-за своей лени. На самом деле мы часто придумываем себе какие-то причины, и вот эта причина, да, вот эта надуманная причина, что уже поздно начинать, это абсолютный миф, и сегодня на цифрах я вам показала, что в России зарегистрированных участников 0,5% населения. Представляете, 0,5% населения России знают про эту продукцию. Но узнаваемость бренда растет, и доверие к качеству продукта, оно только растет. И сейчас продвигать этот бизнес уже намного проще, потому что люди узнают продукт, потому что есть огромное количество отзывов, огромное количество классных результатов на этом продукте, есть огромное количество довольных клиентов, и также есть примеры тех людей, которые здесь смогли состояться и стать успешными и богатыми. Но это очень маленький процент людей, и Atomy будет в каждом доме. Я всегда об этом говорю, Atomy будет в каждом доме, потому что качество продает само себя. Рано или поздно Atomy, продукция Atomy будет у каждого человека. И начав сейчас строить свою сеть потребителей и партнеров, эти люди будут все под вами, в вашей потребительской сети, и вы сможете иметь пассивный доход.